Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами наконец-таки продолжаем прохождение великолепной игры под названием Miss Creation. Как вы видите, я сменил немножечко раскрас нашего монстра, он придал мне силы, и в итоге я победил Рата Тоскра Мстительного. Казалось мне, что я не смогу сделать это с первого раза, поэтому, ну, попытки были не записаны, к сожалению. Но это победа. Что же скажет Рататаскр Мстительный? Отдай мне свои запчасти! А чё по поводу запчастей? Ну да, подкинул мне немного частей ДНК, пропустил меня в следующий мир, но не дал мне запчастей, да ещё и здоровье моё повредил. Вау, а это место выглядит прекрасно. Ничего более красивого я еще в этой игре не видел. Кругом памятники, кругом статуи, и ты еще кто такая? Приветствую, отважное существо. Это мы, хранители священного древа. Вы достигли навеса и преодолели множество препятствий. На пути к вознесению стоит только еще один победоносный Сигрун. А как насчет других запчастей? Ведь я еще получил... Не все запчасти, не все тела. Ты есть тот самый Сигрун? Или кто такой Сигрун? Блин, сколько тут разных интересных кусков. Черт, что они творят? Да что вы делаете-то? Да, к такому жизнь меня явно не готовила. Их слишком много, и они обладают частями, которых я никогда не видел. Вряд ли это конец игры, потому что не все части получены. Хотелось бы мне заработать все запчасти. И должно быть гораздо больше. Ладно, давайте драться с Сигруном. Ой, он еще и бьет меня. А как его продамажить? Вроде пытаешься его укусить, но ничего не выходит. Может, если убивать его прислужников, тогда... Тогда ему будет наноситься урон. Да, действительно. Все так это элементарно. Ой, сзади, 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 сзади. Отцепись. Хе-хе-хе, еда. Если бы не падала еда, было бы, конечно, проблематично. Но так как еда падает, все... Ага, ты тоже кусаешься, да, малыш? То все просто прекрасно, все просто великолепно, посмотрите. Жесть, вот эта штука интересно выглядела. Вон, 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 вон. Что это за летающая голова? Я такого не встречал. Да, блин, супер элементарная. Неужто это последний босс? Предыдущий босс был сложнее. Этот вообще ничего не может сделать. О, руки богомола. Хе-хе-хе, а тебя-то я видел. Иди сюда. Эх, хорош. Ну, чё, дергаешься-то? Что у тебя за голова такая интересная? Где ты ее взял? Отдай мне. Эй-эй-эй. Отдай мне свою голову, в конце-то концов, будь добр. Ладно, я ее просто отгрызу. Ну и... Поднимись, храбрец. Я поднялся. Приветствую, отважное существо. Вы больше не рассада. Вы выросли великим и сильным. Из корней Игдрасиля вы прошли весь путь. На этот навес к нам. Вы превзошли асцендентов, существ, которые намного сильнее вас. Таким образом, вы теперь впору существовать вне колыбели этого дерева. Поднимись, тварь! Выйди и размножайся! Это концовка? Серьезно? Это... Я не хочу, чтобы игра заканчивалась так быстро. Новая игра плюс. Что это значит? Появятся новые запчасти, давайте попробуем ее и посмотрим. Приветствую, новая жизнь. Приветствую, но я уже далеко не новая жизнь. Весна вперед в существование. Я уже прошел путь на вершину Игдрасиля, не без проблем, не очень быстро, но мы справились. Что еще от меня хотят?
Оба-на, у меня остались все мои части ДНК. Это круто. Так, хорошо, могу ли я... Ой, я могу... Я не могу мутировать сразу? Нет, стоп, а как? Что-то у меня менюшка зависла, и я ничего не мог сделать. Ладно, сейчас мы перезапустим, это не проблема, продолжить. Очень странно. Да, управление как бы понятно. Все, оно исчезло. Теперь все работает, прекрасно. Так, мутаций никаких не осталось. Придется реально проходить с самого начала. Но получается, игра станет просто сложнее, да и все. Блин, у них реально побольше хп, чем было раньше. Но я все еще такой же милашка. А зачем мне снова проходить обучение? Травяная нога. Вот это не совсем понятно. Может, стоило реально побегать больше по миру? С кем-нибудь посражаться, что-нибудь получить? Иди сюда, белочка. А вот моя первая ДНК, которую я заберу. Хе-хе-хе. Жесть, урона сколько! На пол хп сразу, фактически. Да, это жестко, реально жестко. Так, а что за часть ДНК я получу в первую очередь? Детские хвосты. Да. В общем, новых монстров здесь не появилось, по крайней мере, сейчас. Смысла проходить нету игру заново, все осталось как и прежде. На этом, друзья, я, пожалуй, откланяюсь. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Надеялся я, что серия будет больше. Но что получилось, что то получилось. До новых встреч, удачи, пока. Будьте счастливы, веселитесь.